сейчас оформлю. А ты позвольте. У нас уже проверяйте. Приходите сегодня. Всего доброго. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы желаем вам приятного пути. Хорошо вам отдохнуть. Ирина Анатольевна, что случилось? Вадик заболел. Если бы мой сын заболел, я бы с ним дома сидела, а не ехала к тебе через весь город. Извините, пожалуйста. Может, мне билеты нужны куда-нибудь подальше? Я бы же могла вам по интернету все выслать. Вы решили отдохнуть? Ты можешь отсюда выйти? Поговорить надо. Пойдем. Иди, Верунчик, иди. Простите. А, голубушка, идите сюда. Тысячу извинений. Простите, пожалуйста. Девочки, выручайте меня. Меня Вадик тебе послал поговорить. Вы меня пугаете. Я утром уходила, он мне ничего не сказал. Что случилось? Вадик хочет развестись с тобой. Я не знаю, что это у вас за отношения такие, что он сам тебе сказать не может. Не знаю. Вадя, хочется мне расстаться? Да, именно хочет расстаться. А ты что на это скажешь? Как-то неожиданно. Ну, да. Мы вроде бы не ссорились. А с тобой невозможно поссориться, Вера. Ты то ли святая, то ли хитрая очень. Скажи, этот торт вкусный, свежий, как ты думаешь? Да, это он очень вкусный, он всегда свежий. Пекут все сами. А как же он будет жить? Он же не работает. Попрекаешь. Мы у тебя на шее не сидели. У меня пенсия. Квартиру свою сдаем. Сдавали. А теперь сами будем жить, переедем туда. Вадик, между прочим, не работал ни от лени. Он творческая личность, понимаешь? Себя ищет. А ты его альфонсом считаешь? Я не считаю. Он даже сам переживал. Ну, естественно, будешь переживать, если жена всем своим видом попрекает. Она же с работы приходит, ляп на диван свалилась, типа ну, утомилась. Ну что же, он со мной расстаться хочет, потому что я на работе очень устаю. Не изви. Вера, я же к тебе привыкла. Да вы с Вадиком вроде бы хорошо, неплохо жили. Ну, разве нет? Да? Хорошо. Ну вот. Ну вот, и беды никакой нет. Ты, тихо. Ты молодая. Детей нет, работа у тебя хорошая, так что никакой трагедии я в вашем разводе не вижу. Ну, чего ты молчишь? Я расстроена. Конечно. Вадик интересный мужчина, очень. И мне как матери, кстати, очень приятно, что женщины от него без ума. Вот, кстати, это новая любовь моего сына. Как ты думаешь, ничего, да? Да. Вы ему передайте, что я ему счастья желаю, всего самого хорошего и вам здоровья, хорошо? Извините меня, пожалуйста. Сядь. Ты думаешь, я не знаю, как тебе больно? Верочка, ведь у тебя всегда так было. У тебя работа на первом месте, а муж на 22-м. И что это я несу, Верочка? Прости меня, пожалуйста, прости нас. Я своего лоботряса уговаривала, я даже плакала. Он даже слушать не хочет. Эта девка условия поставила, что женатым встречаться не будет. Ой, пожалуйста, извините меня, пожалуйста. Слушай, мы зайдем завтра за вещами, когда тебя не будет, когда ты на работе будешь. Ключи соседу оставим. Лоботряс. Сам он не мог признаться, он маму подослал. Ну, ни разу, он не мужик. Свекровь очень злобствовала, да? Да нет, она же ко мне хорошо относится. Как же хорошо? Ты же ему и жена, и домработница, и все это в одном флаконе. Ну где они еще возьмут такого ангела? Не ангел, я раз от меня второй муж уже уходит. Вер, прекрати. Ты подожди, Вер, он еще опомнится и... Он прибежит к тебе и будет на коленях прощения просить. Девочки,
Ну, идите пока в зал, я умоюсь и к вам приду. Ну, прекрати, ну, отдыхай. Там народ никого, мы сами справимся. Слушай, у тебя же вот-вот отпуск. Ты что планировала делать? Вадя хотел на недельку в Испанию. Вадик хотел на недельку в Испанию. Такой маленький Вадик хотел. В Испанию пусть его другие умные женщины возят. Вер, давай лучше ты поешь куда-нибудь, а? Горячая путевочка. Ну, куда-нибудь на море, в какой-нибудь дом отдыха. Ты отдохнешь, но ты в себя придешь. Может быть, вы начнете работать, в конце концов? Слушай, ты чего разорались, а? Сейчас пойду обслужу. Козла, дай. Здравствуйте, наконец-то. Спасибо. Дай я к тебе сел. Ну, что ты? Ну, что ты? На, вот тебе... Вот тебе конфетка. Если бы со мной так поступили, я бы, наверное, сразу умерла. А ты его очень любишь, да? Не знаю. Я просто думала, что я ему нужна, а оказалось, что нет. А вам, не знаешь, наверное, сейчас просто обида говорит. Что не сам пришел, а маму подослал. Вера! Вера, есть путевка. У тебя завтра в 8 утра вылет. Собирайся. Интересная книжка. Полная муть. Еще вопросы? Да, есть парочка. Скажи, красавица, а что такая злая сегодня? Молодой человек, не теряйте своего драгоценного времени. Ничего не получится. Найдите кого-нибудь повеселее. Хорошо, поговорили. Девушка, вы настолько прекрасны, что у меня прямо дух свело. Я прям вас увидел и... Понятно. О свидании не может быть и речи. Тетенька! Привет. Здрасте. Как тебя зовут? Илья. А мама зовет Суслик. А вас как зовут? А меня Вера. А сколько тебе лет, Суслик? 6. Потом будут 7, 8, 9 и 10. Дальше пока я не умею считать. А вам, тетя, сколько лет? Ну, мне намного больше 10. Почему вы так с дядей грубо говорили? Он мне мешал книжку читать. И я мешаю? Нет, что ты. Хочешь, садись. Мне с тобой очень интересно. Папа тоже говорит, что я интересный человек. У тебя такой бомбончик смешной. О, мама, привет! Ты что, уже тут знакомца заводишь? Здрасте. Ну-ка, помогай. Здравствуйте. Я Алена, мама этого вундеркинда. Вера. Очень приятно. Угощайтесь. Спасибо большое. Ой, простите. Алло. Да, Борь, привет. Все хорошо? Ой, погода прекрасная. Ага. Да, кстати, между прочим, он тут уже пляжные знакомцы заводит. Пока твоя верная жена в очереди за мороженым стоит. Трубочку ему дать? Хорошо. На, держи. Папа, привет! А давайте мы к вам поближе переедем. Давайте я вам помогу. Я сам познакомился. Ее Вер зовут. Она невоспитанная, но добрая. Это про меня. Пап, ты меня извини, а то они без меня все вкусности съедят. Так, мороженое должно немножко растаять, поэтому сбегай-ка ножки ополосни. Есть! Ой, Вера, знаете, мы уже здесь 3 дня, скукотища страшная. Ну ничего. Мы с вами сами найдем себе развлечение. Ну, с таким мальчуганом не соскучишься. Так быстро? Ну-ка, давай еще раз. Туда-обратно, бегом марш!
Неправильное время выбрали, барышни. Рыбку надо ловить. Рано утром или поздно вечером, тогда клёв. Да откуда рыба знает, когда утро, когда вечер? Знает. А вот мы никак не можем утром. С утра у нас сладкий сон. Должна же рыба понимать, что у нас отпуск. А вечером Илюшка не может. Он так он уже засыпает, да? Рыбак, ты как? Клюет там у тебя? Мам, ты можешь помолчать 5 минут? Суслик, ну разве можно так с мамой разговаривать? Малец прав. Хотите поймать что-то? Ну, тишина, чуть-чуть. Кажется, клюет. Откуда ты знаешь? Тащи, и уйдет. Вытягивай. Молодец, Суслик. Сегодня же вечером позвоним папе и скажем, что мы поймали 10 вот таких. Врать нельзя. Это не вранье. Это называется художественный свист. Да? Ведь все рыбаки так свистят. Не знаю. Ну да. Ну ладно. Где мы ее пожарим? Нигде. Мы обратно ее в море отпустим. Как старик золотую рыбку. Ну как хочешь. Отпускай. Ну, с прибытием. Живые? Да. На выход. Ну что, полетели ловить рыбу! Я не понимаю, как ты могла так долго терпеть этого бездельника? Да еще его мамашу в придачу. Зачем? Да таких, как я, много. Я понимаю, что это не любовь, не семья, а все равно надеешься, что он исправится. А еще, знаешь, вот это странное ощущение, что он пропадет один. Я тебя умоляю, Вера, такие типчики, как твой, не пропадают после развода. Опускаются, спиваются совсем другие, те, кто любит. Кто душу свою дает жене, понимаешь? А твой Вадим, я уверена, очень быстро найдет следующую добрую дурочку. Он уже нашел. Да? Я же говорю. Да. Но ты знаешь, я искренне желаю им счастья. Хотя, конечно, внутри тошно. Можно я тут посплю? Маленький устал. Может быть, пойдем уже в номер? Пусть потерпит. Должен же он становиться мужчиной. Ты мужчина? Вот тебе мороженое, разберись с ним. А у нас с Верой очень серьезный разговор. Знаешь, меня как будто наказали маменькиными сынками. Первый муж тоже был такой. Его мама с нами, конечно, не жила, но бесконечно все время давала указания по телефону. Класс. Да, это было что-то. Повезло тебе с твоим Борисом. Повезло. Любит очень меня. Меня и Илюш. Ну, тебя невозможно не любить. Ты женщина-праздник. У таких женщин, как ты, точно должен быть очень счастливый брак. Еще медаль героя мне, пожалуйста, на грудь. Ладно, по-моему, нам правда уже пора искать экипаж домой. Так давай дойдем пешком, я Илюшку могу на руки взять. Я сильная. А вот об этом даже не думай. Приучайся быть слабой, подруга. Я вызываю такси. Который час? Вообще-то пробил час для настоящей красавицы на отдыхе. А ты дрыхнешь. Вставай. Вставай. Куда? Куда надо? Вечернее платье есть? У меня только сарафанчики. Так я и знала. На-на!
Это тебе. Уверена, тебе подойдет. Давай-давай, вставай, переодевайся. Чего сидишь? Подожди, да я пойду умоюсь. С ума сошла? Умываются только котята. А настоящие леди наводят макияж. Так. Это тоже тебе? Ну как? Ну да. Долгая история. Ничего, разберемся по дороге. Сейчас хотя бы волосы приведем в порядок. Слушай, а если Илюшка проснется и испугается, что тебя нет? Не волнуйся, все схвачено. Если что, за ним присмотрит дежурный. А. Так. И вперед, через балкон на лестницу. Держи. Почему через балкон? Ты хочешь осуждающие взгляды в спину? Пойдем. Подожди, я свет выключу. Все включено. О, все, я приземлилась. Кидай клатч. Это ты лестницу приволокла. А кто еще? С посадочкой. Слушай, может быть, ты одна пойдешь, а с Илюшей посижу? Вперед. Женщина, фейерверк. Не волнуйся, тут недалеко. Ален, куда ты меня тащишь? Санаторий МВД. Так что мы тебе подыщем отважного следователя или прокурора. Да, у этого прокурора окажется обожаемая мамочка. Ален, я не хочу никого выбирать. А я заставлю. Тебе надо встряхнуться, почувствовать себя желанной. Слушай, а твой первый муж когда от тебя уходил? Он что, тоже к тебе мамку прислал? Нет, они мне письмо написали. Расстались со мной по имейлу. Пойдем. Ой, ой, осторожно. Так, береги ноги. Держись. Слушай, что же они тебе написали? Им котлеты твои не по вкусу. Я не понимаю. Нет, они просили разменять мою квартиру, чтобы свою увеличить. Да ладно. Ты разменяла? Нет. Слава тебе, Господи, я решила, что ты уже окончательно чокнулась. Нет, я уже начала продавать свою квартиру, но бабушка запротестовала, это ее квартира. Она у меня старенькая, с мамой живет. Говорит, после моей смерти делай, что хочешь, а пока я жива, твоим мужьям разуваться тебя не позволю. Хорошо, хоть у бабушки ума хватило. Вот это облом. Ой, да. Я-то думала, тут офицеры боевые ранения залечивают, а тут одни пенсионеры на заслуженном отдыхе. Ален, пойдем сразу в гостиницу, там Илюшка один. А ну-ка, цыть. Ничего. Я знаю, как и этих старичков расшевелить. Пойдем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Будьте так любезны, сделайте, пожалуйста, этой прекрасной девушке свой какой-нибудь фирменный коктейль. Будет сделано. Только самый вкусный. Ну, поставь что-нибудь позаводнее, а? Окей. Да! Можно так? Да! А теперь вы. Ну-ка! Сохранить душевное здоровье. Позвольте представиться. Владимир Сергеевич,
не прокурор. Вера. Очень приятно. Вера, позвольте пригласить вас на танец. Да, хорошо. Благодарю вас. А я вот недавно тоже хотела пойти к психологу. Непростое было время. А сюда приехала, и как-то все прошло. Ваша лихая подруга помогла? Помогла. Она очень яркая личность. Но вы будьте осторожны. Ведь от такой яркости можно и ожог получить. А чего мне бояться? Нет, 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 вам не нужно бояться. Просто вы, насколько я понимаю, совсем другой человек. Да вы меня и 5 минут не знаете. Это профессиональное чутье. Да вас, наверное, просто испугала молодая темпераментная женщина. Вы верный муж? Я верный вдовец. Ой, простите, пожалуйста. Ничего, ничего, Вера, ничего. Вы ошибаетесь, Алена не такая легкомысленная, как может показаться на первый взгляд. Просто в ней жизнь бурлит. Мне бы тоже хотелось быть такой. А зачем вам это нужно? Не знаю. Наверное, потому что у меня не все удачно складывается. А рядом с ней кажется, что все замечательно. Вон, вы посмотрите на людей. Они все оживились, помолодели. Алена ушла, люди продолжают радоваться. Да, 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 вы правы. Я не буду своим брюзжанием портить этот замечательный праздник. Только, Вера, обещайте мне, что будете осторожны. Обещаете? Обещаю. Доброе утро. Доброе утро. А я прошу вас, пройдемте со мной. Пожалуйста. Прошу вас, прошу. Просила ее разбудить, когда вы вернетесь. Спасибо, Алена. Ален, Ален, просыпайся, пожалуйста. Это я, Вера. Давай, давай, давай. Вера. Узнала. Хорошо. Вера. Давай. Вера, Верочка. Давай. Верунчик, прости меня, Алена. Пожалуйста. Видишь, меня привезли сюда. Я уже тут вспомнила, что ты-то там. У меня не было сил карабкаться к тебе. Простишь? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, давай, все хорошо, вставай. Давай, ладно? Вещи не забываем! Кто это? Я не знаю, какие вещи. Это твое? Наше. Налетай? Хорошо. Давай. Ты меня просто... Я тебя там так долго ждала. Ты же настоящий. Пойдем. Сатик, ты его видишь каждый день. Пожалуйста, что пойдем. Это объявление. Держись за меня, пожалуйста. Алло, люблю конфетки. Давай, уважаемые господа. Держись. Вот видите, мы, между прочим, господа. Тихо, ничего не скрычем. Извините, пожалуйста. С июня 2000. Привет! А мама говорит, что гулять не пойдет. О-о-о.
А я вам фрукты принесла. Будешь? А чего ты розы в воду не поставила? Засохнут же. Жалко, такие красивые. Дай сюда. И воды, и розы. Теперь ставь. Вот теперь полегче. Думала, все, до свидания. Лопнет моя голубушка. Принеси тебе еще что-нибудь. Знаешь, о чем я сейчас мечтаю? Чтобы Борис приехал. Не угадала. Чтобы нам в наследство досталось $1 000 000. Я бы тут же заставила Борю бросить эту школу и отправилась бы с ним в бесконечное путешествие. Ты поедешь с нами? Я не люблю путешествовать. Не верю. Все любят. И даже древние люди и те перемещались с места на место в поисках лучшей жизни. Они искали тепло и безопасность. И я о том же мечтаю. Вообще, знаешь, меня пугает все неизведанное. Спокойно, когда ты знаешь, что будет завтра, послезавтра, через месяц. Никто не знает, что будет завтра. Ну почему же? Завтра будет шторм, и все об этом говорят. Только не при нем. Уже мозг весь вынес с этой рыбалкой, опять хочет поехать. Пересядь, я не могу голову вертеть. Илюш, будешь абрикос? Буду! Кстати, все хочу спросить, а ты чего не рожаешь-то? Да, какая-то редкая аномалия, не могу забеременеть. Аномалия? Первый муж очень хотел ребенка. Я долго лечилась. Ничего не получилось. Это тот, который квартиру тебя хотел оттяпать, да? Ну ладно, тебе квартира – это совсем ерунда. А Вадик не хотел детей, но я все равно продолжала хотеть. Одни врачи, другие, третьи. Знаешь, думала, что... Ну, что бывает, отношения разлаживаются, а тут раз и ребеночек. Я поняла. Ой. Решим твою проблему. Будет у тебя ребенок. Молчать! Вечером досмотришь. На выход. Давай, давай, давай. Вперед. И ты тоже. Ты что, мы пошли воровать детей? Ага. Под носом у санатория МВД? Прошу вас, проходите со мной. Моя смена закончилась, я вообще спешу домой. Всего пару минут вашего времени. Нечего говорить, что у вас что-то пропало. Не надо в таком состоянии. Ничего не пропало. Все только приобретут. Быстрее, у меня на кухне тесто подходит. Прошу вас, угощайтесь. Все успеем. И тесто подойдет, и дела сделаем. Все собрались, да? Девочки, пожалуйста, у меня к вам один вопрос. Вот эта вот замечательная девушка, моя подруга Вера. Вы все ее знаете. Дело в том, что она больше жизни... мечтает иметь ребенка. Но врачи ей говорят, что это невозможно. Однако медицина шагнула вперед, и сегодня все невозможное становится возможным. И у меня к вам всего лишь один вопрос. Кто из вас согласится стать суррогатной матерью для ее ребенка? Ты что, с ума сошла? Ты что делаешь? Вера, доверься мне, все будет хорошо. Нормально. Чего, как у Пугачева с Галкиным, да? За Галкина кто? Сторож Василий? Да, конечно, Василия надо позвать. Смешно. Смешно, да, я тоже пошутить люблю, но дело-то серьезное. Человеку надо помочь. Ну и потом вы сможете заработать денег. У меня нет денег. Девочки, это не проблема. Пойдемте отсюда. Голову они нам дурят. Одно слово, москвички. Слушайте, пойдемте сюда. Да не дурю я вам голову. Я же вам дело предлагаю, ну правда. 9 месяцев животом намучаешься, кто ж потом отдаст дитя-то своё. Я вас понимаю. И вы дослушайте сначала. Год в Москве целый проживете. 5 лет. Дикие люди, а? Да это ты дикая. Устроила тут, сполошила всех. Что мне было делать? Объявление, что ли, вешать? Черт. Черт.
Интересно, дочь надолго зарядил? Неправильно я все сделала. Нужно было не с этого начать. Надо было сказать, что это уже практикуется давно во всем мире, что эта женщина прославится на весь мир. Целый год будет жить в Москве в отдельной квартире. Еще и кучу денег заработает. Да если бы у меня была возможность родить, я бы никогда на свете не отдала своего ребенка. Да, Борь, все хорошо. Погода хорошая. Ну, правда, с утра дождик немного прошел, но уже давно закончился. Сейчас солнце, жара. Илюша тоже хорошо. Да, немного расстроен. Да нет, ничего не случилось так. Хотела своей новой подруге помочь, но ничего не вышло. Чего рассказывать, если не вышло? Да, рядом. Ну, хорошо. Боря хочет что-то тебе сказать. Говори, Вера тебя слышит. Добрый день, это Борис. Здравствуйте, Борис. Надеюсь, мы в Москве с вами познакомимся. Я не знаю, о чем речь, но только вы, пожалуйста, не обижайтесь на мою жену. Она хочет весь мир осчастливить и делает это порой глуповато. Ну что вы, я совсем не обижаюсь. У вас замечательная жена и такой мальчуган. Он, кстати, сейчас очень занят, строит замки на песке. Борь, я попозже тебе перезвоню, ладно? Здрасте, можно я к вам присяду? Да, конечно, присаживайтесь. Вы Зина, правильно? Да. Я просто не хотела при всех говорить. Говорите. Я беременна. У меня 4-й месяц. Мой парень, он... Мы с ним так поругались, и он... Он уехал, сказал, что все, больше никогда не вернется. Я все решил. И если вам нужно... Нам надо. Очень надо. Говорите. Вы поймите, что мне одной мне ребенка никак не вытянуть. У меня на руках отец, брат, инвалид. Оба пьющие. Мне на УЗИ сказали, что у меня девочка будет. Куда ее в такой дом? Девочка, вы, пожалуйста, вы только, пожалуйста, вы не волнуйтесь. Только не надо меня жалеть. Вы подумайте, скажите, что решите. Значит так, пусть сразу увольняется, и забираю их к себе в Москву. Жить будете у вас, у тебя в квартире. Живите тихо, с соседями не общайтесь. Ну, корми ее там фруктами, витаминами. Рожать лучше всего дома. Я вам пришлю отличную акушерку. И как только ребенок родится, оформлю ее на себя. А разве так можно? А почему нет? Я не знаю. Слушай, ну не знаешь, немножко проблемы. Ну, хочешь, я посоветую с кем-нибудь? Ну, я уверена, проблем не должно быть. Ну что, акушерка вам напишет официальную бумагу о том, что родился ребенок. Вес, пол. Отнесешь его куда надо, там, в ЗАГС. И заплатишь за нее деньги, и отправится она домой себе. А если она откажется? Куда она денется с ребенком? К своим инвалидам? Вер, смотри, как раз детская одежда. Ой, Ален, давай потом. Я что-то очень нервничаю. Ну ладно. А вообще я тебе даже завидую. Девочка. Будешь ее одевать во все розовое, золотое. Будет расти, как принцесса. Ты меня с ума сведешь. А что? Только так и надо. Надо, чтобы мы жизнью вертели, а не она нами. Да, а потом, когда подрастет, отдай ее на танцы. Или нет, на фигурное катание. Сейчас это очень модно. А вы с Илюшей и Борей будете к нам в гости приходить. Ну а что? Илюша будет ее старшим братом. Самый возраст, как раз и защитник, и кавалер. Вер, ты знаешь, мне отлучиться надо. Ты не отведешь Илюшу домой? Да. Ты в санатории? Смеешься, что я там забыла. Я вообще-то тебе там пыталась кавалер найти. У меня так, встреча. Ну, просто старый знакомый. Увиделись, и он хочет рассказать, как дела. Так что я ненадолго, ладно? Да, да. Да. Ах ты как! На бордаж! Вика, Вика, не мать сюда!
Ах, Дмитрий! А ну на абордаж! А что такое абордаж? Это пираты так кричат. Я точно не знаю, но, по-моему, это когда они корабль захватывают и потом туда прыгают. Мы завтра опять на рыбалку поплывем. Хочешь с нами? О, нет. Рыбалка это без меня. У меня морская болезнь. Меня укачивает, голова болит. А у меня никакой болезни нет. Ни морской, ни речной, ни даже самолетной. Когда я вырасту, женюсь на маме. Почему на маме? Потому что она самая лучшая и самая красивая. Скорость ветра до 20 метров в секунду. Маломерным судам выходить в море не рекомендуется. Суслик, плыви сюда. Плыви. Плыви. Не поплывете вы завтра на рыбалку. Это почему? Про штурм большой все говорят. Мы все равно поплывем. Ну. Мама мне обещала, Не кричи. Шторм никто рыбу не ловит. Она уплывает на самое дно и сидит там потом тихо-тихо. Я тоже как рыба буду сидеть тихо-тихо. Ну чего, Вера! Сус? Вера! Вера! Вы меня простите, что я вас побеспокоила. Слушайте, такое произошло. Господи, мой парень звонил. Да. Он возвращается. Да, прощения у меня просил. Все, у меня теперь вообще все наладится. Здорово! И счастье вам. Спасибо. Слушайте, я такая дура. Я же сама виновата, а он очень хороший. Я его сама прогнала. Вот. И хорошо. Вер. Вы на меня только зла не держите. Нет, вы очень добрая. Я уверена, у вас в жизни очень повезет еще. Это вряд ли. Дина, бегом сюда! Все, я бегу. Извините, пожалуйста. Эй, давайте, девчонки. Ко мне. Я здесь. А, привет. Не пойдем. А я говорю, что мы пойдем. Ну что ты кричишь? Я сказала, мы поплывем, если погода хорошая будет. Я ему пытаюсь объяснить, что в шторм рыбу никто не ловит, он меня не слушает. Дай папе позвонить. Я скажу, что ты меня обманула. Хорошо. Сам звони. Дай только руки вытяни. На. С тобой-то что? Чего грустная такая? Да, в общем, Зина приходила и сказала, что она с парнем своим помирилась. Все у них хорошо и не будет у меня дочки. Ничего, подыщем другой вариант. Хорошо, хотя бы сразу сказала. Мам, на! Что? Да, Борь. Да, я понимаю. Ну, я понимаю, но он мне истерики закатывает. Что я могу сделать? Хорошо. Вроде шторм обещает к вечеру. Может, с утра успеем сплавать. Угу. Тишина вокруг. Обманули про шторм. Ты прости меня, что я втянула тебя в эту затею. Ничего. Зря душу расстроила. Ничего. Я закаленная к неприятностям. Какая все-таки потрясающая штука жизнь. Что ты имеешь в виду? Каждый день. Новые события. Новые повороты. Жизнь все время открывает какие-то новые возможности. Аж дух захватывает. Для кого-то открывает, а для кого-то закрывает. Да тебе просто надо научиться отпускать прошлое. Забыть. Переступить. И пойти вперед. Тогда все получится. Mm-hmm.
Вы все-таки завтра поплывете? А ты посмотри, какая вокруг тишина. Что случилось? Господи, да скажите ей кто-нибудь. Ведь предупредили же, что шторм. Куда она пацана потащила? Мы моей маме погибли оба. Мои маме погибли оба. Да все. Они об скалы разбились. Оба. И женщины, и ребенок. Их уже не найдут просто. Ужасно. Позвоните, пожалуйста, мужу. Позвоните. Страшно. Ну куда нужно было ребенка? Приморские и Ильинские районы на 5 часов остались без электричества. К сожалению, несмотря на штормовое предупреждение, некоторые владельцы маломерных судов ушли в море. До сих пор неизвестна судьба владельца катера Николая Анисимова, Алены Галицкой и ее 5-летнего сына Ильи. Галицкая отдыхала с сыном в нашем городе. Предположительно, катер находился в районе Черной скалы. Поиски продолжаются. Об скалу разбила на черном утесе. Потом выбросила на берег. Борис, послушайте меня. Не надо меня успокаивать, они прекрасно умели плавать. Я с Илюшей 3 года в бассейн ходил. Простите. Как это здесь оказалось? Мне кто-нибудь может объяснить. Скажите вы ему, что это все бесполезно. Борис не уедет отсюда, пока тело их не найдет. 5 дней. 5 дней ищем. Ну, вам же платят. Смысла нет, девушка. Вы меня поймите, я не барыга. Зачем я его буду доить? Что ж мы, не люди. Мужика горя такое, я с него деньги тащить буду. Море есть море. Это же не пруд. Здесь утопленники не всплывают! Миша, пожалуйста, я вас очень прошу. Илюшка мастер был сосиски насаживать, не то что я. На пикнике мог целый день жарить. А вы его видели? Не довелось. Ну а что же делать? Кто-то же должен ему сказать.
Не можете вы, пускай профессор скажет. А он вам рассказывал, что у него дома целая коллекция улиток? Нет, не говорил. О чем он вам рассказывал? Ну, про что вы говорили? Ну, о чем обычно говорят на пляже? Так, ну, обо всем понемножку. Он часто о вас говорил. Ну, там, папа сказал, а папа считает вот так или... Надо папе позвонить. Тащите его! Давай, тащите его, твою мать! Давай, помогайте! Тащи его наверх! Ну, подтягивайте! Подтягивай! Все! Давайте, плывите к нам, скорей! Скорей плывите! Ну! Давайте, ребятки, скорей! Аккуратней, смотри, не упади! Кладитесь здесь. Что с ним? Что с ним случилось? Фух, чуть Богу душу не отдал, а. Извини, старик. Регулятор встал. Сейчас я отдышусь, дальше погружусь. Не надо больше искать. Все. Спасибо. До дома быстрее. Уже уходите? А где вы живете? Простите, конечно, вам надо идти. Вы и так на меня столько времени потратили. А хотите, я провожу вас до дома? Если можно. Да. Ребят. Борис Андреевич, мы тут дежурство установили, чтобы цветы поливать и вас ждать. Мы же не знали, когда вы прилетите. Знакомьтесь, это Вера, да. Подруга моей жены. А это мой класс. Здравствуйте. Аня, Таня, Мотя. И Антон. Я про него рассказывал, как он переполошил всю Калужскую область и потерялся. А я его нашел. Вот видишь, Антош, тебя нашел, а сына не смог. Ребят, поможете вещи в дом перенести, да? Конечно. Да? Спасибо. Здесь села машинка Илюши и висел плащ Алены где-то. Ну, мы просто с Аней тут убирались и наверх вещи. А вот этого не нужно было делать. Борис Андреевич, чем мы можем вам
еще помочь? Ничем. Спасибо, ребят, что пришли. Трудно быть человеком, у которого такое горе. Нужно иметь мужество. Спасибо вам большое. Ну, если вы хотите, мы можем вообще каждый день к вам приходить, да? Не надо. А вы в школу теперь когда? Завтра. Завтра придете? Приду завтра. Ну, извините, пожалуйста. До свидания. 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 Я пойду, наверное. Вер, простите. Вы не поможете мне все на место вернуть? Да, конечно. Спасибо. Я ушел в школу. Вернусь в 5. Если можешь не уходить, ты мне совсем не рассказал про них. Для меня это очень важно. Такая была женщина интересная. Что при ней?
Господи, ну что же такое делается на свете, а? Воспитанно. Всегда первой здоровалась. Не то что некоторые. Моему внуку всегда вещички отдавала с ихнего сына. Вещички всегда добротные, новые. Некоторые даже с ценником. А он-то приехал или еще там? Вчера приехал. Я через стенку голоса слышала. А сегодня утром убежал в школу. Ну, ему теперь только работой спасаться. Господи, такое горе пережить. В один день всех потерять. Да. Ужас. Извините, а вам кто нужен? Я к Борису Андреевичу. А вы родственница покойной жены или Бориса? Я знакомая. Просто знакомая. Быстро сориентировалась. Да. Шустрые нынче девицы пошли. Алло. Да, Ларис, привет. Да, вернулась уже. Немного отдохнула, да. С погодой не очень повезло. Голос уставший, наверное, просто уставший. Ты знаешь, ты Леночке привет передавай, я завтра на работу выйду, хорошо? Давай, пока. Ага. Привет, проходи. Борис Андреевич еще нет, но он скоро должен прийти. Его не будет. Он заперся в классе, никому не открывает. Я подумала, вдруг вы еще не ушли и сможете помочь. Он что-то говорил? Ничего не говорил. Провел 3 урока, а после большой перемены мы приходим, а класс заперт. Мотик говорит, что он там один. Мальчики хотели в окно влезть, а директор не разрешил. Какой этаж? 4-й. Покажешь, где школа? Да. Зауч говорит, надо полицию звать, давай, а давай. Директор не хочет. У нас директор нормальный мужик. Он очень переживает за Бориса Андреевича. На самом деле, это он попросил нас игрушки убрать. А почему нельзя дверь взломать? Как же взломать? Это же кабинет Бориса Андреевича. Там его вещи и книги. Нам туда. Ага. Борис Андреевич нас учил, что в любых обстоятельствах нужно уметь вести себя достойно. И когда тебе хорошо, и когда плохо. А вот сейчас нет человека, которому хуже, чем Борису Андреевичу. Ключ в дверях с той стороны. Ну что, ломать будем? Да погодите вы, ломать. Ну, решайте сами, ломать или не ломать. Борис Андреевич, как ты там? Ну что, довели учителя, да? Мы говорили вам, ну просили, ну проявите вы так-то. Никто не доводил. Мы тихо сидели. Борис Андреевич задал нам сочинение писать. На какую тему? Любовная лирика в творчестве раннего Маяковского. Я ему отпуск предлагал, а он сказал, мне среди детей легче. Простите, извините, можно я попробую? Да, конечно. Вы, конечно. Извините. Конечно. Борис, это я, Вера. Откройте мне, пожалуйста. Борис, а помните, вы меня просили рассказать вам про Илюшу и Алену? Мы ездили вместе на рыбалку. Сначала клёва не было, и Илюша очень расстраивался. Даже стал грубить маме. А я вступилась, говорю, так с мамой разговаривать нельзя. И вдруг у Илюши удочка задрожала, поплавок запрыгала, и он вытащил вот прям огромную рыбу. Так радовался. А потом вдруг Алене говорит. Мама, давай ее отпустим. Как старик золотую рыбку. И отпустил. Извините, я напугал вас. Хотелось побыть одному. Проходите в класс. Ну, Борис Андреевич. Так, ладно, все хорошо.
расходимся по занятиям, все спокойно, хорошо. Давайте все в класс на занятия, все у нас хорошо. Посидите у меня на уроке. Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10. Вот и вечер в ночную жуть ушел от окон. Хмурый, декабрый. В дряхлую спину хохочет и ржут канделябры. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? О глыбе многое хочется. У меня дома ничего нет, так что гостить тебе нечем. Я купила все утром. Спасибо. Не балуй меня, тебе ведь нужно к своей жизни возвращаться. Алена редко готовила, но вкусно, особенно рыбу. У них ведь на Камчатке там рыбу едят на завтрак, обед и ужин, но нам с Илюхой перепадало. Верочка, можно попросить тебя еще один вечер остаться? Невыносимая эта тишина в доме. Да, конечно. Хорошо. Спасибо. Маленький. Замерз. Мальчик, это твой котенок? А это ничей. Можно я его возьму? Возьми. Ты ведь всем помогаешь. Ты бы не взял? Мне бы он не встретился. Ты поесть не хочешь? Нет, спасибо, я уже перекусила. Ты работаешь? Да. А где? В авиакомпании. Ничего интересного, билеты продаю. А где училась? В авиационном. Не доучилась. Замуж вышла, пришлось работать, выйти. Развелась. И в институт не вернулась, да? Ну, пойдем. Пойдем, не бойся. Ну, а чего? Здравствуйте. Добрый день, а Борис Андреевич дома? На кухне. Борька, милая, ты главное держись. Держись, держись. Спасибо. Борька. Спасибо. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Это Вера. Помните меня? Вы знаете, не дома еще. А что, если я кое-кого домой завезу и приеду? Вы скажите мне адрес, я на машине. Ах, поняла. Спасибо. Все, еду. Он вдруг замыкается, в себе закрывается. Еле сдержался, чтобы не накричать на учеников своих, которые ждали его у дома.
Это совершенно нормальная реакция психически здорового человека на потерю близких. А какая же ненормальная реакция? Вот этого вам лучше не знать, Верочка. Мне страшно за него. Я сегодня уговаривала его выйти из класса, а вокруг все, наверное, уже думали, что он мертв. Я несколько раз разговаривал с Борисом. Я наблюдал его несколько дней. Поверьте мне, он найдет все силы жить дальше. А вот вы меня беспокоите намного больше. Вы, Вера. Я чем? Меня очень беспокоит ваше желание с головой окунуться в проблемы людей, в общем-то, вам чужих. Разве это плохо? В этом нет ничего плохого. Это достойно всяческого уважения. Но только в том случае, если у человека сердобольного есть своя жизнь. Своя яркая, насыщенная, счастливая жизнь. Ведь, похоже, у вас, Вера, такой жизни нет. А скажите, а что, одинокий человек не может никому помогать? Да нет, ну, конечно, может. Люди вообще должны помогать друг другу. Но только в том случае, если у них есть своя жизнь. В противном случае люди становятся очень хрупкими. И я говорю не о моральных принципах, а о психологическом настроении. В данном случае о вашем деле. Хорошо, да, хорошо, я об этом обязательно подумаю. Скажите, пожалуйста, а вы не могли бы позвонить Борису? Ну вот просто с ним поговорить. То есть вы хотите, чтобы я дал ему волшебную таблетку, и его боль ушла? К сожалению, Вера, такой таблетки не существует. Понятно. Я даже больше скажу. Борису сейчас нужно одиночество. Ему нужно время, чтобы перебороть эту боль. И чем быстрее он ее переборет, тем быстрее найдет все силы жить дальше. Я вижу, вы торопитесь? Немного. Ну что же, я был очень рад вас увидеть. Я был очень рад с вами поговорить, Вера. Вы мне звоните, ладно? Звоните по поводу, без повода. Да. Звоните просто так. Да, конечно. Вы мне очень симпатичны. Спасибо вам огромное. Кто тут хулиганит, а? Это кто хулиганит? Вот отнесу тебя оттуда, откуда взяла, будешь знать. Чумазый весь. Что ты чумазый? И не трогай цветы, и не залезай на шторы. Понял? Мама? Алло? Мам, ну я вот знала, что это ты. Ты все время звонишь мне в это время, а я тебя прошу не звонить, потому что я одной ногой уже выбегаю. Как у тебя дела? У меня все нормально, вот учу кота хорошо себя вести. Ничего нового нет. Ну а что у меня может быть нового? Ты прекрасно знаешь, о чем у меня душа болит. Может, тебе вернуться домой, раз Москве не придет? Мам, у меня все отлично. Вы документы подали на развод? Да, ты же знаешь, что подали. Через месяц будет решение. Как у вас погода? Зачем ты так поторопилась? Мам, это не я поторопилась, а Вадик. Ты совсем не умеешь воевать за свое счастье. Так и ты не умеешь. Мы обе не умеем. Мы мирные люди. Погода ужасная. Вер, ты очень несчастлива. Нет, мамусь, я средняя несчастная. Все, я тебя целую, обнимаю. Пока. Веди себя хорошо. Девушка, а вы очень спешите? Очень. А может, забежим куда-нибудь, выпьем кофе? А на работе скажете, что просто застряли в пробке? Так хочется начать день с чего-нибудь хорошего. Например, с вранья? Да почему?
Вер, ну как вам удалось найти то, о чем я спросил? Выбирайте, есть два варианта. Так. Первый вылет в 6 утра. Не-не-не, Верочка, ну вы меня знаете, с утра я вообще никакой. Еще один рейс в 2, но с 3-часовой пересадкой во Франкфурте. Вот ох, не Франкфурт. Угу. Честно, понимаете, я однажды там заблудился, честно говоря, и поэтому не очень приятное впечатление. Угу. А давайте я вам тогда поищу еще для вас и позвоню. У меня есть ваш номер телефона. Вот, да? Будем на связи. Отлично. Все тогда. Всего доброго. Доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, что случилось? Что он опять дома не ночевал? А я не знаю, что хуже. Он пьяный приперся. С другом. Его в армию, что ли, забрал? К армии? Он же студент. Он бросил. Как? Когда? Пока ты на море была. Он говорит, это не мое. Забрал документы. Балбес. Ларис, зато он тебя очень симпатичный. Он нравится как девушкам. Жену себе найдет. Да, Лариска, слушай, ну балбес. Бросил институт и... Ну, это же не конец света. Это конец Ларисы. Ну, а что он собирается делать? Да, работу сказал. Послушай, я могу поговорить с Матвеем. Им на работе нужны молодые ребята. Он же у тебя сообразительный. Вот. Ты с твоим Матвеем о своей свадьбе поговори. Уже пора. Ну, я не могу. Я не могу. А ты? Что я? С котом поговорить? Ты со своим котом каждый день разговариваешь. Тебе надо вообще выходить начать. В какие-то компании, если где есть неженатые мужчины. Вера. У меня Матвей сегодня празднует день рождения. Будет много гостей. Вы не сработаете. Я не люблю все это. Ну, ты же знаешь. Вер, дело в том, что действительно будет много народу, и мне, возможно, понадобится помощь по хозяйству. Ты не могла бы прийти мне помочь? А, ну, я сегодня могу, конечно. Конечно, я помогу. Договорились. Угу. Такие слова. Ура! Ура! С днем рождения! Спасибо! Девушки, а что они, как он какой-то не целованный? Не слушай меня. Гагура, давай. Такие слова. Давай, с днем рождения. Спасибо. Дядь Боря, давай нашу. Бандит, страж перебили, красотку захватили в плен, ее в темницу посадили. Посадили. А сами пить пошли в кабак, но ей темница не страшна. Да? Да. Привесело живет она, она в утро, она уж улыбалась под окошком своим, как всегда. И рука ее змейкой извивалась, а из леки у нее текла вода. Тогда погиб страшный злобе. Ее на крышу волокут, чугунную кусочку бросают прямо под трамвай. Что за люди? Даже нас не познакомили. Сергей. Вера. Очень приятно. Очень приятно. А хотите, я угощу вас своим фирменным кофе? Ни один турок не учил. Мы с ним познакомились, когда я писал серию репортажей о Курдистане. Давайте. Пойдем? Да. Лену не видели? Она в комнату пошла. Ага. Пойдем, я буду шаманить, а ты будешь помогать. Сахар, корица, черный перец. Сахар, корица, черный перец. А почему ты ушла? Я думала, ты не заметишь. А что случилось? Ты меня ни разу не посмотрел. Лен, я тебя умоляю, давай не сейчас. Ты
меня не любишь? Я для тебя временное увлечение. Ленка, да мы все на этой планете временные. Ну что? Ну как? Очень вкусно. Я рад. Мне пора уже. А можно? Да. Ты, наверное, хочешь что-то спросить? Да, но мне неудобно. Давай я тебе помогу. Наверное, про твою подругу и моего друга. Точно. Как думаешь, они поженятся? Матвей что-нибудь говорил? Просто Лена очень переживает. Ну что, Лене так плохо смотрел? Нет, наоборот, очень хорошо. Именно поэтому она и хочет, чтобы была семья, дети, уют. Ну, как вы, женщины, торопитесь. Вот как вы хотите остановить прекрасное мгновение и испоганить его штампом. А я слышал, ты уже дважды была замужем? Верно. И оба раза не увенчались успехом. Ну, вот видишь, я тоже свободен сейчас. Только по выходным с дочкой гуляю. Счастлив? Как говорится, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Покой и воля получил. Никак не могу к этому привыкнуть. Все, по ночам вскакиваю в 3 часа. Дочку садить на горшок. Ни дочки, ни горшка. И потом усыпить его. А у тебя дети есть? Нет. Но знаешь, если бы были, ради них я бы и серийным убийцей жила. Ну ты даешь. Я на такси дальше. Может, телефон оставишь? 8-916-506. Спасибо, что проводил. Самолет улетел раньше на 2 минуты. Из-за вас я опоздал на важную встречу. Какой сердитый дядька? Пожалуйста, давайте. А почему вы со мной так разговариваете? А почему вы со мной так? Я нормально разговариваю. Клиент всегда прав. Я вас очень прошу, давайте успокоимся и спокойно обо всем поговорим. По-человечески. Давайте выдохнем. Мама дорогая. Ваш билет не подлежит ни обмену, ни возврату. Я вас об этом предупреждала. Вы выбрали самый дешевый тариф. Это я самый дешевый тариф? Вы выбрали самый дешевый тариф, бумагу подписали. Читать умеете? Умею. Память есть? Отлично. Отлично. Прощайте. Ну так и ждите адвокатов. С наслаждением. И Карлс. И что-нибудь злобное вслед, напоследок. Блин, что за день-то такой? Ни кофе выпить, ни поговорить. Хорошо все начиналось так. Вер, Матвей сказал, что ты очень понравилась Сереже. Он хочет с тобой встретиться. А, Вера. Ты как? Ты как, Вера? Ну, Вер, журналист, международник, самостоятельный, зарабатывает. Вера, у него нету мамы. Вер, ну подумай сама, он очень симпатичный. Он не сядет тебе на шею, Вер. Почему вы меня не пускаете? В чем дело? Мужчина, стойте, мы уже закрыты. Нет. У вас написано, что вы работаете до 8 часов. Еще 10 минут до 8 часов. Мужчина, мы закрыты. Приходите мне завтра. Мне нужно пройти, вы не понимаете. Завтра приходите. Простите, это ко мне. Все хорошо, спасибо. Здравствуй, Вера. Здравствуй, Боря. Пойдем на улицу? Да. Вера, сумочку не забудь. Пойдем? Нам вниз. Дед, ну надо, Спасибо. Ты прости меня, что я в таком виде пришел. Охрану вашу напугал. Да уж. Ну, главное, выпил немного. Вообще пить не выношу, и спиться не получится.
Как ты меня нашел? Алена говорила, где ты работаешь. Молодец, что пришел. Я хотел спросить, не осталось у тебя в телефоне фотографии Алены и Илюши? Нет, прости. Ни одной, да? Я телефоном практически не пользовалась в отпуске. Он разрядился, зарядку дома оставила, в общем. Я тебе часто вспоминала. Да, чего же не зашла? Неловко как-то, ну кто я тебе? Ну как кто? Ты моя последняя ниточка к ним. Боль. Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе про Алену и Илюшу? А я же не знаю, что сказать. Прости, если бы я знала, я бы запоминала каждое слово и движение. Мы не знаем, что произойдет завтра, через час. Как хорошо, что ты пришел. Навязываться мне не хотелось самой. Знаешь, мы как-то все одичали. Стесняемся просто так вот общаться по-дружески. Я не знаю, конечно, каким я Алене был мужем. Наверное, среднего качества, но друг я хороший. Правда? Хороший? Этот музей своими руками создали энтузиасты. Учительница, ее друзья и ученики. А Пластовского разве в школе проходит? Я что-то не помню. Ну, это зависит от учителя. И потом, чтобы знать, не обязательно проходить его на уроке. Ребята, вы его читали? Я читала. Мне вот очень понравилось. Я читала. Я про него доклад на семинаре делала, как он защищал Юрия Любимова и Солженицына. Здорово. А кто такой Солженицын, вы тоже не знаете, да? Ну почему я? Танюш, сколько я вам раз говорил, что культура – это не то, сколько километров стихов ты выучил. А культура – это то, что не обидит человека, который знает меньше, чем ты. Простите, пожалуйста. Ну, я не обижаюсь. Я, наоборот, удивляюсь и восхищаюсь, какие вы все умненькие, начитанные. Так у нас же Борис Андреевич с 5 класса. Так, все, давайте оставим обмен комплиментами на обратную дорогу. Мы пришли. Борис Андреевич, мне не нравится Паустовский. Вот это вот, или вот это вот, тут вообще корякули. Слушайте, вы знаете, это, я не могу уже, это просто невозможно. Почему всегда все за, он один против? Ну, помоги мне. Что случилось? Она в Антошку влюблена. Ничего страшного, Паустовский можно нравиться. О, непонятно. А вы Бориса Андреевича давно знаете? А когда он еще не женат, вы знали? Нет, мы недавно познакомились. Как вы считаете, у него жена была очень красивая? Да, очень красивая. Не знаю, мы просто когда с мамой разговаривали, молчали. Почему молчи? И моя мама рассказывала, что когда Борис с женой жили вместе, что ее, ну, жену это вообще выносить невозможно было. Она такая эгоистичная, что просто кошмар. Танюш, нельзя судить о человеке, которого уже нет. Да, ладно, Борис Андреевич, ну, 5 часов, давайте уже во второй зал, сами же говорили. Да, Антоша, на тебя можно положиться. Да. Пойдемте, спасибо, ребят. Да, вот она, Алена, очень любила. Мы ее быстро и дешево купили, потом долго и дорого чинили.
Хотел на ней на дачу ездить. Думаю, купить дачу. На дачу накопить не успели, а сейчас... Сейчас она и не нужна. А ты умеешь водить? Ну, пару раз ездил, даже право есть. Но мне же до школы удобнее пешком, поэтому все время Алена ездила. А хочешь попробовать? Наверное. А поехали прямо сейчас? Нет, я должен вначале один попробовать, я не могу тебе подвергать риску. А потом я не помню, что куда там жать. Ну правда, давай. Давай, я учила когда-то теорию вместе. Вместе получится. Ну, давай. Я сажусь за руль. Аккуратно. Да, до Шумахеров еще далеко. Я чувствую себя как в детстве на американских горках. Уверен, что тебя так еще никто не катал. Это точно. А что нужно сделать, если водитель хочет спать? Ну, можно попробовать включить радио. Ну, нет уж. Раз ты взялась быть моим пассажиром, давай мне что-нибудь рассказывай. Про Алену? Про себя? Ты же ничего не рассказываешь? А что ты хочешь знать? Абсолютно все. Ну, знаешь, вообще я не очень счастливый человек. Да, почему? Ну, не знаю, как-то так с детства пошло. Аккуратно, пожалуйста, аккуратно. Тебя ругали за двойки и не пускали гулять с подружкой? Нет, двоек не было, и мама поздно приходила с работы, а папа с нами не жил. А-а-а. Просто как-то получалось. А какой твой самый счастливый день в жизни? Тихо! Аккуратно, как ни парадоксально, но мы пробили колесо. А, да, алло, Сереж. Да, узнал. А, нет, я не дома еще. Когда буду, не знаю. Наверное, нам не стоит встречаться. Люблю другого человека. Ты даже не представляешь, насколько они взаимны. Ты извини. Мальчик неплохо знает предмет, но ему нужен очень высокий балл на выпускном экзамене. Правда? Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, нет, нет, я не мама, я подруга учителя. Да, все, я записываю, мы тогда завтра в 5 часов подъедем, да. Спасибо, да, всего доброго. До свидания. Эй, подруга учителя, а платить-то за него ты будешь? Платить будут родители. Девочки, еще один звонок, и я с вами. Голодная останешься? Обед кончается? Ну, простите, простите, мне нужно сделать очень важный звоночек. Сейчас. Ольга Сергеевна? Здравствуйте. Я звоню по поводу Антона Кравчука. Я подруга учителя. Нет, нет, вы не услышали. Я сказала подруга, а не супруга. Нет, нет, мне консультация психолога не нужна, а вот Антону очень нужна. Нормальная, влюбленная женщина. Все, отлично. Да, я записываю. Я записываю. Угу. Подруга, я тебя поздравляю. Спасибо огромное, до свидания. Ты очень сильно улучшила свою жизнь. Ты возишься с ним, тащишь на себе его хозяйство, вот решаешь его проблемы. Вообще, Лара права, Вер, ты опять на себя все взваливаешь. Ты так сильно влюбилась в него, да? Да, вот так сильно. Девочки, нужна ваша помощь. Хочу сделать ремонт на кухне. Где мне лучше купить краску?
тебя на кухне. Или ремонт на кухне у него? У нас. Боже мой. Алло, а? Что случилось? Там у нас возникли проблемы с европейским офисом. Шеф говорит, ехать в Вере. В европейском офисе надо налаживать работу. Я говорю, что у нее трудная личная жизнь, что у нее проблемы. А он говорит, что она самая толковая, так что ехать себе. А когда ехать? Так, девочки, сейчас потолок закончим и перерыв сделаем. Вера, ау. А можно этот маленький цветочек нарисую на память о себе? Что-то там малевать собралась. Тебя и так никто не забудет, как самую тупую. Ну ладно, ладно, ладно тебе. Нарисуй, только ближе к люстре, ладно? Достала. Стой. Проголодались? Да. Я вас сейчас буду пирогом кормить. А Борис Андреевич не обидится, что вы нам его пирог дадите? Борис Андреевич так устает с вами на работе, что когда возвращается, у него нет сил даже поесть. Спасибо, Танюш. Вера! Вер! Ау! А можно у вас о личном спросить, а? О твоем личном? У Таньки нет ничего личного. С ее внешностью ее спасет только золотая медаль. Она о вашем личном спросить хочет. Ладно, спрашивай. Как у вас с Борисом Андреевичем все сложилось сразу? Ну ты дура, Вера. Что? Вы ей не отвечаете. Ну почему? Я отвечу. Мы сначала с Борисом Андреевичем просто дружили. Я ему во всем помогала и поддерживала его. А он вам прям сразу понравился, да? Если честно, то сразу. А вы ему, как думаете, тоже сразу? Таня! Что? У тебя головы будто и нет совсем. Ой, ну хватит, а. Такое горе случилось, он тогда никого не видел. Все, ладно. Девочки, не ссорьтесь. Ну, а дальше что? Мы очень много времени проводили вместе. И, наверное, привыкли друг к другу. И поняли, что нам хорошо вместе. Да ладно, вы что, прям сами предложили ему быть вместе? Ой, ну нет, конечно. Нет, просто... И вообще, я себе очень долго запрещала об этом думать. А потом... Нам так было хорошо вместе, что мы... Ну, наверное, поняли, что нам друг без друга нельзя. Без свадьбы прям, ну как? Ну, свадьба лишняя в наших отношениях, это точно. Ну, а как же платье там? Подтая, праздник, ну как? Девчонки, вы знаете, до Бориса я 2 раза была замужем. 2. И у меня были и шарики, и платье, очень красивое было платье, и много гостей. И это ни к чему не привело хорошему. Как-то так сложилось. Да ладно, ну слушайте, ну быть такого не может. Ну каждая девочка мечтает о свадьбе, я не знаю, извините. Ничего. О свадьбе, ну о чем угодно, ну. Об этом празднике, это же такое вообще. Ну как это, что? Вера, а как вы думаете, Борис Андреевич свою жену и сына часто вспоминает? Ну, а как можно забыть того, кого ты так сильно любил? Ешьте пирог. Ну, наконец, я вышел к людям! Послушайте, у вас здесь можно состариться, пока кого-нибудь найдешь. Что вы ищете? Мне нужна шторка для ванны. В отделе для ванн, посмотрите. А у вас есть белая, но без рисунка? У нас все есть. Спасибо. Спорим, молодожен. Еще не смекнул, что все можно жене поручить. А мой вообще уверен, что колбаса, тормозная жидкость и костюмы в одном магазине продаются. Да. Такое горе пережить. Не каждому дано с таким справиться. Ну, слава богу, попалась хорошая женщина. Дай бог им счастье. Не знаю. Я бы за вдовца не пошла. Ой, да ладно. Таких, как наш Борис Андреевич, на 1 000 000 километров не видать. А я ничего и не говорю.
Он очень хороший мужчина. И она симпатичная. И вообще, как говорится, дай бог им здоровья и счастья. А мне Верочка очень нравится. Очень интересная женщина. А вот Алена, между нами говоря, еще та была. Тише. О покойницах плохо не говорят. Ладно. Я тебе, знаешь, что хотела сказать? Она... Тише. О покойницах плохо не говорят. Пахнет. Очень сильно пахнет. Мне кажется, даже сильнее, чем было. А ты закрой глаза и представь, что это... Пахнет розовый кус. Запахом краски. Не получается. На банке написано, что выветривается через 3 часа. Они нас обманули. Ой, не верь всему, что пишут. Это я тебе как учитель литературы говорю. Даже голова кружится, спину ломит, а мне хохотать хочется. Так хорошо. Ты знаешь, что смех без причины – это признак чего? Знаешь, в той прошлой жизни мне казалось, что я люблю своих мужей. Ну, не двух сразу, но каждого по отдельности. Вот не бред ли, а? То есть я не первый. Кошмар какой. Ты моя первая любовь. Правда? Угу. Вообще, для первой любви ты староват. Да ну тебе. Боря, у нас с тобой не будет детей. Ну, в смысле, у меня не может быть. Знаешь, мне правда очень жаль, что у тебя не будет детей. Просто я не знаю, смог бы я кого-нибудь так же любить, как Илюшку. А потом у нас же с тобой полно детей. Вон они целый день здесь ошиваются. Я больше не ревную, но я тебя хочу. И сам себя несу я, как жертву плачу. Тебя не назову я ни радость, ни любовь. На дикую, чужую не подменили кровь. Еще одно мгновение, и я скажу тебе. Не радость, а мучение я нахожу в тебе. И словно преступление меня к тебе влечет. Искусанный в смятении вишневый нежный рот. Вернись ко мне скорее. Мне страшно без тебя. Я никогда сильнее не чувствовал тебя. И все, чего хочу я вижу наяву. Я больше не ревную, но я тебя зову. Я не берусь гадать, кто это. Осип Мандельштам. Ты долго учил эти танцы? Да. Ой, смотри, подожди. Сейчас. Смотри. Ой, видишь? На тебя похож. Чем же интересно, он на меня похож? А ты знаешь, мне вообще все в последнее время тебя напоминает. Да? Да. Ну тогда хорошо. Да. И что же? Я похож на эту палку? Да. Вот ты когда утром просыпаешься, ты такой же взъерошенный, вот видишь. Ну тогда сейчас я ее вон туда заброшу. О, застряла. Застряла. Сейчас я ей...
Смотри, застряла. Вера! 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 Вера, где ты, Вера? Пожалуйста, никогда больше так не шути. Я больше никого не могу терять. Прости меня. Пожалуйста, прости. Прости. Я тебя очень люблю. А я тебя. Так, пожалуйста, не мешай мне. У меня еще две пуговички. Не мешай мне. Я самый лучший в мире собиратель чемоданов. Хорошо, все, не мешаю. Так, подожди, а я почему-то не вижу вечернее платье. А я же ненадолго. Ну, послушай, ну, а если тебе придется идти в театр, например? Хорошо. Сейчас. Вот, может быть, вот это? Смотри. Ну-ка. Так вот. Красиво? Ну, совсем другое дело. Так. Аккуратно. Так. Мне никто никогда так не складывает. Слушай и запоминай. Значит, здесь документы. Лекарства. Здесь косметичка и украшения. А вот здесь твои туфельки. А знаешь, может быть, я никуда не поеду. Мне будет очень без тебя скучно. Ну что, мы не выдержим? 3 недели? В общем, вы освоили все наши хитрости, все наши программы. Самое важное, через неделю мы должны устроить презентацию. Нужно продумать список гостей, позвать как можно больше знакомых и обязательно прессу. Мы им расскажем о новых рейсах. У вас же у обеих мужья здешние. Конечно, да. Как бы мы тут оказались? Отлично. Тогда пусть, может быть, они пригласят своих друзей, коллег, да? И мы им расскажем, что передвигаться по миру нужно только с помощью нашей компании. Все, на этом все. Спасибо вам. Вер, а хотите, я вас с братом моего мужа познакомлю? Ну, серьезно, а вдруг вы ему понравитесь? Выйдете за него замуж, будете работать с нами? Спасибо, но все же это уже без меня. А вы замужем? Да. У вас есть еще какие-то ко мне вопросы? Как там? В Москве. Соскучились? Я очень скучаю. Особенно по друзьям скучаем. У меня там столько подружек было, а здесь вот Алиса и все. Я мужу говорю, ну давай хотя бы на недельку съездим. Скидки на билеты есть. Уперся. Москва, говорит, самый дорогой город в мире. Мы не можем себе этого позволить. А мой? К маме моей меня не пустил, когда та болела. Ты, говорит, не доктор. Я тогда еще не работала, у меня денег своих не было. А мама, она выздоровела, но на меня обиделась очень.
Вы не подумайте, мы не жалуемся. Здесь вообще классно жить. Ну. А вы мне не подскажете, где здесь есть аптека? Мне нужно купить кое-какие лекарства. А что с вами? Ой, со мной ничего, это для одной женщины. Мама ученика моего мужа. Но... Послушайте, здесь лекарства только по рецептам, там так не продадут вам. Как же? Ну, ничего. А может, вам сувениры какие-нибудь? Тут целые там, везде сейчас. Магазин, тут. Вот где. Привет. Все хорошо, не волнуйся, погода отличная. Музея не была еще, зато накупила кучу подарков. Хорошо. А у тебя как дела? Боря, прости, я перезвоню, хорошо? Pardon, excuse me, you don't know... English? Deutsch? Russian. Что надо? Русский. Хорошо. Вы не подскажете мне, чья это вилла? Частное владение. Просто мне кажется, что мужчина, который сюда вошел, я его знаю, и... Так позвоните ему. Я бы позвонила, но... Я не знаю его номера. Как его зовут? Дело в том, что я не помню. Я ничем не могу помочь. Классно. Только, пожалуйста, не падай в обморок. Это не призрак, это я. Все в порядке, Коль! Пойдем. Пойдем, пойдем. Что у тебя там? Подарки? Да.
Голодная? Помолчи. Я все объясню. Я ничего не знала, Вера. Пожалуйста, ты должна мне верить. Я правда ничего не знала. Просто он сказал мне, выходите с Илюшей с утра без вещей из гостиницы. Вас будет ждать машина, я все устрою. Кто он? Мой любовник. Я к нему приезжала на море. Мы просто встречались тайно, и ты не могла ничего ни видеть, ни знать. Понимаешь, я просто влюбилась. Олег мой, бывший одноклассник. Мы 1000 лет не виделись, а тут бац, и встретились. Он весь из себя такой крутой. Свой бизнес, машина, яхта, свой самолет. У нас уже было все очень плохо с Борей на тот момент. Я дико устала от его школы, учеников. Денег вечно нет. Ждешь от зарплаты до зарплаты. Но он мне сказал, приезжай на море, и мы там все решим. Но я правда не знала, что он решит все таким диким способом. Как? Как ты могла так с Борей? Ты думаешь, я не страдаю? Ну, неужели он не дал бы тебе развод? Дал, не дал. Что теперь-то говорить об этом? А Олег, он после того, как устроил всю эту трагикомедию с катером, с нашей гибелью, он просто взял меня, Илюшку, отвез в аэропорт, посадил в свой самолет. Дал документы, чужие документы. Он даже не дал мне Боре позвонить, понимаешь? У меня голова кругом. Я хочу сесть. Да, сейчас. Пойдем туда. Потом выяснилось, что у Олега были большие проблемы с партнерами по бизнесу. И он был вынужден бежать из страны. Ну и прихватил меня и Илюшку с собой. Как ты могла? Как ты могла? Что ты заладила? Могла, не могла. Что мне было делать? Я и бросалась на него, и орала, что в полицию обращусь. А почему не обратилась? А что бы я им сказала? Что я, взрослая женщина, с ребенком, в трезвом уме, села в самолет, пересекла границу по чужому паспорту, а дома меня считают утопленницей. Прекрасно. Да меня бы после всей этой ахинеи в психушку бы упекли или в тюрьму. Сын и был от них. Ты же могла как-то сообщить Боре, что Илюша жив, что ты жива? Как? Сказать ему, что я последняя тварь? Что я его так обманула? Он же любил меня. Лучше уж похоронить один раз, чем узнать такое. Да ты бы его видела. Когда он вас искал там, и потом, что с ним было? Хватит мне уже душу травить, а? Я уже жалею, что правда не утонула. Подожди. Подожди. Скажи мне. Теперь ты довольна жизнью? Нет. Все пошло не так. И Олег оказался не таким. Орет на меня, на Илюшу. Илюша стал тихий, забитый. Помнишь, как ему был веселым. Ладно. Как там Боря? Ты видишь его? Да. Мы теперь живем вместе. Да? Я рада за вас. Ну, повезло, ты хорошая. Не ожидала, что меня так быстро забудет. Он не забыл, ни тебя, ни Илюшу не забыл. Ты утешаешь, значит, да. Да нет, пожалуйста, я не осуждаю ее. Я правда рада за тебя, ты же так долго искала его. Что мне теперь делать? Сказать, что я тебя видела, что вы живы. Да я знаю. Я со своей этой жизнью вся так снова. Подожди, Алина, куда ты? Мне пора, Олег будет в ярости, если вернется Алина дома. Мы же не договорили. Что ты хочешь от меня? Тебе хорошо с ним и живи с Борей. А я буду наказан. How can I help you? Can I call him taxi?
Да что же мне делать? Да, Громов телефона, слушаю вас. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Вера Соколова беспокоит. А, здравствуйте, Верочка. Как дела? Ужасно, очень плохо. А мне очень нужна ваша помощь. Да, что случилось? Приезжайте. Понимаете, дело в том, что я не в Москве, я в гостинице, в номере, и я вообще боюсь, что связь прервется. Дело в том, что Алена, которая погибла на курорте, она жива. Вера, простите, очень плохо вас слышно. Говорите помедленнее, где вы? Алена жива. Оказалось, что она все это спланировала вместе со своим любовником. А ребенок, у нее же был сын. Да, и он тоже жив, и он с ней. Муж в курсе? Нет, он не в курсе, я не знаю, как ему об этом сказать. Вы что, вы с ним общаетесь? Общаемся. Дело в том, что мы с Борисом теперь живем вместе. Вы знаете, и как человек, и как психотерапевт, я вам советую. Вы должны немедленно ему все рассказать. Подождите, мне что, прямо сейчас ему позвонить и сказать? Нет, нет, ни в коем случае, что вы. Такие вещи надо говорить глаза в глаза. Хорошо. Алена и Илюша живы. Как? Какой-то бред. Живы. Живые, живые. Алена и Илюша живы. Алена и Илюша живы. Знакомься, это мой муж Рихард. Рихард. Это Вера, начальница из Москвы. Очень приятно. Мы зашли за тобой пригласить тебя на танцы. Ой, спасибо огромное, но не сегодня, может быть, как-нибудь в следующий раз. Просто так, очень девочка, устала, вы извините, я бы хотела немножко отдохнуть. Най-най-най-най, фрау, пятница, сегодня. Посмотришь, как мы танцуем, как мы веселимся. В бар пойдем, пойдем, не спит этот бар. Вера, пойдем в бар, пойдем. Не хотела. А почему ты не танцуешь в пятницу вечер? Спасибо, я не хочу. А? Так, чего не танцуем? Рихард, ну пригласи девушку потанцевать. Я приглашал, она не хочет. А что такое? Что случилось? Мне нехорошо, я пойду в гостиницу. Ну ты видишь, девушке плохо. Она сейчас уйдет. Вам, русским, везде плохо. Вы слишком трагически воспринимаете жизнь. А жить нужно легко, весело, с удовольствием. Конечно, если есть деньги и работа. Слушай, опять про деньги. Я просто философствую о жизни вообще. Понимаешь? Ты всегда думаешь только о деньгах. Ты обо мне думаешь? Ты видишь, как мне плохо? Как я соскучилась по родителям. Я три года не была дома. Thank you.
из России? Да. Это уже из России. Не плачь. Он тебя любит. Такую девушку невозможно не любить. У меня другая беда. Какая? Не связана с любовью. Все в этом мире связано с любовью. Что, устала ты? Не выспалась? Нет, все нормально. Да? Ну, дома расскажешь. Угу. Пойдем. Представляешь, ребята устроили настоящий бунт в школе. Насмотрелись телевизоры, теперь требуют выборы и самоуправление. Ты меня не слушаешь? Слушаю. Садись. Угу. Две? Угу. Спасибо. Вкусный. Ничего не хочешь рассказать? Что-то на работе? Кто-то обидел тебя? Я тебя больше не пущу ни в какие командировки. Очень устала. Не сегодня, ладно? Хорошо. Тогда пойдем спать. Пойдем. Вера. Что такое, что плохой? Господи, тебе жар. Давай скорую вызовем. Боря. Что, плохо? Боря. Плохо? Все хорошо. Так, сейчас я позвоню в школу и попрошу, чтобы меня заменили. Нет, пожалуйста, не надо. Я тебя очень прошу, не надо. Все хорошо. Тем более мне надо на работу идти. Это что, какая работа? Никакой работы. У тебя жар. Все хорошо, Боря. Правда, не волнуйся, все хорошо. Может быть, тебе кофе сварить? Да. Спасибо, я в душ пока. Здравствуйте. Добрый день. Доброе утро. Боже мой, привет. Мы по тебе так соскучились. Все клиенты спрашивают, где Вера? Ну, рассказывай, ну. Что? Как что? Как ты съездила? Как открытие? В магазин походила, купила что-нибудь. Съездила я хорошо.
Мы открылись, и город красивый. Подожди, ты не болеешь? А, нет. А тебя Борис встретил? Нет. Ну, да. Ну, конечно, он меня встретил. Здравствуйте. Черт, клиент. Я его обслужу сама, хорошо? Что значит «здравствуйте»? Здравствуйте. Нет, не... Здравствуйте. Проходите, можно, пожалуйста, да? Конечно. Присаживайтесь. Угу, спасибо. А... Да, а я вот звонил вам по поводу Таиланда. Вот недорогие путевочки были. Да, конечно. Можно ваш паспорт? Да, да, конечно. Вот, пожалуйста. На ближайший рейс, если можно. Простите меня, пожалуйста. Ларис, пожалуйста, замени меня. Я потом все объясню. Извините меня, пожалуйста. Хорошо, хорошо, беги. Что за фокусы? Очень рада вас видеть. Здравствуйте. А вы собираетесь с нами на каникулы, на Валдай? А то ведь нужно билеты заказывать уже. На Валдай, да. Наверное. Нет, я пока не знаю. Простите. Ну ладно, ладно. Как же ему сказать? Ты здесь? Привет. А чего ж ты не позвонил? Я бы раньше вышел. Борь, нам поговорить надо. Ну, давай. Я не знаю, как тебе сказать, но надо сказать. В общем, Алена жива. Я ее там видела. Боря, они живые. И Алена, и Илюша. Борис Андреевич, а репетиция сегодня будет? Завтра в 5. Подожди, повтори еще раз. Они живы. Ну чего ж ты плачешь? Что ж ты? Бедный. Что он обо мне подумает? Отец не звонит, не пишет. Он хоть вырос, как он выглядит? Я не знаю. Почему ты не поехала-то к нему? Прости, прости, Вер, прости. Ну, с ума скажешь, господи. Борь, ну послушай. Ну ведь самое важное, что он жив, правда? Да, да. Завтра же поеду за билетами и к нему. Подожди, Боря, какие билеты? Да, виза, паспорт. Я же к тебе хотел ехать, я все сделал. Слава богу, ничего не выбросили. Сюда. Это. Боря, может быть, Илюша сам решит, что оставить и что выбросить. Правильно. А знаешь что? А знаешь что? Илюшка будет жить с нами. А Алену, бог ей судья. Раз она его любит, мы по ней скучать не будем. Иди ко мне. У меня все как в тумане. Господи, сколько же человеческое сердце может вытерпеть? Кто бы это мог быть? Не знаю. Смотри. Илюшка! Господи, сынок! Папочка, я думал, ты умер. Я им не верю. Они говорили, что ты занят.
Папочка, ты обещаешь больше никогда не умирать? Боренька, родной, я знаю, мне нет прощения. Но я все поняла. Я ушла от этого... Ну, ты же сам говорил. Всегда можно все исправить. Но пока человек жив, можно все исправить, Борь. Пойдем, пойдем. Пойдем, Илюшка. Папочка, я так скучал по тебе. Папочка, папочка любимый, ты обещаешь больше никогда не уходить. Спасибо. А мне распечаточку можно? Двух экземпляров. Да, пожалуйста. Но достаточно электронного билета. Ну, знаете, мы привыкли по старинке. Билет в зубы пошел. А подтверждение на e-mail будет? Да, это делается автоматически. Ну, а если какие-то проблемы, то куда бежать? Бежать не придется, будете лететь. Не беспокойтесь, все будет хорошо. Пройдите, пожалуйста, к Елене для оплаты и получения дополнительной страховки. Всего вам доброго и счастливого полета. Счастливого. Я вас слушаю. Минуточку, минуточку, я извиняюсь. А вот ежели мне что-то в полете не понравится, то кому жаловаться? Непосредственно Господу Богу. Там до него ближе. Давай, браток, там где распечатался. Юморист доморощенный. Ваш паспорт, пожалуйста. А вы меня не узнаете? Я же у вас часто билет покупаю. Простите, мне нужно внести ваши данные в базу. А вот раньше узнавали меня сразу. Я рада снова вас видеть в нашей компании. Два билета до Мурманска. Как в прошлый раз с открытой датой. Вот видите, узнали. Что-то вы печальная такая, Верочка. Карты проигрались. Распишите здесь, пожалуйста. Улыбнитесь, Вера Скалова. Вам так идет улыбка. Помните, как в мультфильме? Улыбку. Пройдите, пожалуйста, к Елене для оплаты и получения ваших документов. Всего вам доброго и счастливого полета. Что ж за день-то сегодня такое, а? Что такие все кислые? Извините, магнитные бури, что ли? Вспышки на солнце. Вера, тортик положить? Вера, я не понимаю. А сколько можно молчать? Говорить, я же вам не мешаю. Ты же запретила спрашивать? У вас кроме меня нет других тем? Вера, можно я все-таки скажу? Скажи. Вы же обе лопнете от любопытства, если не выговоритесь. Ну? Вера, мы ночью не спим. Из-за твоего этого Бориса. А вы спите спокойно. О нем есть кому подумать. К нему уже жена вернулась с того света. Вот. Вот я не понимаю. Я не понимаю, как можно простить такую женщину, которую так... Простил, потому что сильно любит. Ее сильно любит, а я так. Просто рядом оказалась. Девочки, родные мои, я вас очень прошу, вот очень прошу, давайте мы больше об этом никогда, никогда не будем говорить. Договорились? Договорились? Все, 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 Вера, что ты так? Да, мама. Да, я на работе.
а потом я пойду домой. Мама, сколько можно? Ну сколько можно? Да, я вот у тебя вот такая невезучая. Представляешь, что я жива, здорова, и не надо меня оплакивать. Вер! Вы меня простите, я у вас столько времени отнимаю. Вы отнимаете, Вера, да я всегда жду вашего звонка. Перестаньте меня успокаивать, это ваш профессиональный прием. Ой, Верочка, вы давно стали для меня уже... Будь я немного помоложе, я бы, не задумываясь, попросил ваши руки. Так кому нужна вечно брошенная, ноющая, несчастная женщина? Ой-ой-ой, как мало вы себя знаете, Вера, о такой женщине, как вы, мужчина может только мечтать. Вот не надо. Ведь мало кто способен в наше время так любить, так заботиться, так верить. А кроме того, вы ведь красавица. Просто вас сделали участницей гнусного фарса, который разыграли ничтожные люди. Ну и, конечно, от этого пострадали все, кто был. Все. Да, они никого не пожалели, понимаете, никого. Ни Борю, ни ребенка, никого. Это наше проклятое время. Все на продажу, все на продажу. Скажите, и Борис смог простить? Да, смог. А сколько лет их сыну? 7. А, понятно. Мальчику скоро в школу, и Борис решил, что полезнее сегодня. У него сейчас будет спокойная семейная атмосфера. Наивное заблуждение. Ну а разве это неправильно? Ведь самое важное – это спокойствие ребенка. Нет. Это звучит непривычно, но нет. Спокойствие и комфорт ребенка не важнее всего. Ребенок, выросший в семье, слепленный из осколка, всегда будет ощущать свою вину. А у без вины виноватого очень много шансов вырасти человеком жестоким и депрессивным. Впрочем, не знаю, огорчу ли вас или обрадую, но у этого брака нет будущего. Поверьте, они очень скоро расстанутся. Даже если вы правы, я не хочу об этом думать. Пусть лучше Алена одумается, у них все будет хорошо, они будут счастливы. Все пусть будет хорошо. Вера, а вы действительно этого хотите? Да. Давай, давай. Сюда. И аккуратно, скользко здесь. Осторожно. Ой, мамочка. Пап, пап, ау. Купи мне вату. Давай. Дадите нам одну ватку. Ну, держи. Спасибо. Пап. А? Да. Мама. Вкусная? Правда. А можно я его отпущу? А ты его купил для того, чтобы отпустить? Нет, это просто вспомнил, как мы в Диснейленде когда были, там детям раздавали шарики, и они их потом отпускали, да? Там. В Диснейленде. Дядя Олег купил мне вертолет на пульте. Я бы тебе показал, как он круто летает. Только мама мне разрешила его в Москву взять. Все, хватит. Пойдем отпускать. Подождите. Посмотрите, а дождик закончился. Пошли на велосипедах. Побежали. Бип-бип! Давай, давай, давай! Давай! Быстрее! Сейчас, сейчас! Быстрее! Быстрее! Стоп! Давай, давай, все, вот здесь, вот здесь, давай! Стоп, 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 стоп! Стоп, пап! Отпускаем! Давай! Пока, пока! Пока! Пока, пока, пока! Пока! Вы нормальная, любящая женщина, которая тяжело переживает расставание с любимым человеком. Ничего, ничего, справлюсь. Справлюсь, все будет хорошо. Ну, конечно. Никогда не была счастлива и нечего было привыкать. Конечно, справитесь, конечно. Я в это верю. И мой вам совет. Постарайтесь найти тех, кому сейчас еще хуже, чем вам. И попробуйте им помочь. Вам плохо. Вера, я не себя имел в виду. Хотя не скрою, очень большой соблазн заманить вас как-нибудь к себе на чашку чая. Но какой смысл приглашать на свидание женщину, которая по уши влюблена в другого?
Алло. Алло. Говорите, я вас не слышу. Алло. Вас не слышно. Перезвоните. Ой, ну что за чушь вы смотрите? Илюш, пойдем лучше «Таинственный остров» почитаем. Ну подожди, давай попозже. Пап, ты думаешь, мы с мамой опять смеемся над тупостью? Ты что? Это не тупость. Это сплошной позитив. А это пиво. Это ко мне? Слушай, я там по интернету кое-что сказала. Нужны деньги. Сколько? Ой, не помню. Сейчас точню. Да. Вот она. Дай. Держи. Смотри, красиво? Да, замечательно. А то старая вся. Поломалась, поцарапалась. А денег больше не осталось в ящике? Совсем? Борь, ну ты бы мне сказал, я бы всю эту обратно отправила. Да ничего страшного, я займу у кого-нибудь до зарплаты. Борь, ну я же это не для себя. Все для Илюши. Ну просто Илюша видел, какой у Олега был дом, мебель, посуда. Мы же договорились больше не говорить про этого человека. Илюшка, ты что, испугался? Мы... Знаешь такую пословицу? Милые бронятся, только тешатся. Так вот мы не бронились. Да? Зато у нас теперь есть замечательная посуда. Правда? Ну, беги наверх. Новая посуда. Кстати, я все хотела спросить, вот эту картину, откуда? Вера принесла? Да. Ну, ничего, даже красиво. Пусть висит. А вот вещи ее я собрала, ну, которые она забыла. Надо, наверное, отдать. Да, хорошо, я как-нибудь это вижу. Борь, ну ты чего? Ну, прости. Да, я повела себя как дурочка. Я понимаю, это не главное. Да? А что для тебя главное? Ну, пока накопить денег на новую машину. А то на этом старом драндулете ездить уже неприлично. Понятно. Ты чего? Ты куда? Ну, пока мы не заработали на новую машину, поеду чинить старую. Фару поменяю. Thank you.
Это я. Привет. Как дела? Замечательно. Как у вас? Все в порядке. Ты занята? Да, у меня гости. А, извини, что отвлек. Ничего. Что-то случилось? Нет-нет, все в порядке, все в порядке. Просто хотел услышать твой голос. Ну, извини. Пока. Что-то с Илюшей? Все в порядке, он спит. А чего ты здесь стоишь? Решила, ты к ней поехал. Я же тебе сказала, что повез машину в сервис. Борь, я понимаю, меня очень сложно простить. Нужно быть просто святым, чтобы простить меня, но я... Пойдем в дом, а то Илюша проснется. А ты не заметил, что кроме Илюши есть еще я, нет? Ты не видишь, как мне плохо? Нет, ты ничего не видишь. С тех пор, как я приехала, ты ни разу, ты вообще на меня не смотришь. Чего ты от меня хочешь-то, Алена? Я? Да лучше б я сдохла тогда. Лучше б я вообще не возвращалась, так? Зачем вот это все? Зачем? Если ты никогда меня не простишь, ну зачем? Я не понимаю, пошли, ради пошли. Чего? Ты мне скажи, это она? Ну что ты молчишь, я же вижу. Это больше не мой дом, это ее дом. Прекрати орать, как весь дом. Как только я вернулась, я сразу это увидела. Тебе было хорошо? Скажи! Лучше, чем со мной, Боря! Ничего, что я вас вытащил? А куда мы едем? А мы, собственно, уже и приехали. Сюда. Прошу. Я здесь навещаю одну из своих пациенток. Ее сын тяжело болен. Подождите меня здесь? Да, конечно, конечно. О, Наташенька, здравствуйте, здравствуйте, моя дорогая. Не волнуйтесь, все хорошо. Я очень рад вас видеть. Прошу вас, проходите. Мы сейчас обо всем договоримся. Спасибо. Прошу. Верочка, ну а вы пока погуляйте здесь. Познакомьтесь с детишками. В их состоянии им очень нужно видеть. Молодые, здоровые и красивые лица. Хорошо. Спасибо. Ты себя хорошо чувствуешь? Угу. Ну, отлично. Значит так, мы сейчас пойдем с тобой. А вы чья мама? Да я ничья мама. Вы доктор? Нет, не доктор. Тогда вы можете с нами поиграть? Могу. У нас нет своих игрушек. Нет игрушек? Некому привезти. Наша мама тоже в больнице. Пойдем к нам в травму, там круто. Можно костыли брать сколько хочешь. Ну хорошо, пойдем. Пойдем. А вы можете нашей маме позвонить? А у вас есть ее номер телефона? Медсестра не дает. А, ну хорошо, тогда я возьму номер телефона вашей мамы и позвоню ей, хорошо? Ура! Давай играть скорее, а то у нас скоро обед. Давайте, а во что мы будем играть? Пиратов! Ты садись сюда. Так, это будет корабль. Мы плывем по морю, и я капитан. Угу. Матрос, на мачту! На мачту! По курсу чужой корабль!
Зажигаю. А знаете, давайте лучше поиграем в разбойников, как будто мы в лесу. А то меня укачивает просто на корабле. Давай. Давай. Что мы делаем? Хватай его, держи. Так вы разбойники будете? А кто будет моим спасителем? Степка, а давай ты будешь грабителем, а прискочу на коне ее спасать. Нет, это я буду ее спасать. Это я прискочу на коне. А как ты на коне прискочу? Ты не можешь, у тебя косты. Обед. Ну-ка, живо на обед. Ну вот, уже обед. Только разыгрались. А ты к нам еще придешь? Да, обязательно. Вот только маме вашей позвоню. В больницу к ней съезжу и приду. Хорошо. А как маму-то вашу зовут? Надя. Надежда Павловна Круглова. Я Степа, а он Юра. Юра и Степа. Быстренько пообедаем. Ну что? Они из Подмосковья, так. Поселок Озерки Клинского района. Их мама скончалась в реанимации, детишкам пока не говорят, ищут родственников. Ужас какой. Как это случилось? Авария. Ехали на маршрутке к станции, маршрутка перевернулась, водитель погиб на месте, Круглова в больнице. Двое взрослых и двое детишек с травмами различной степени тяжести. А родственники какие-то есть? Не знаю, ищут, но вроде близких нет никого. Здравствуйте. Здрасте. Кого-то ищете? Простите, пожалуйста, а вы знали Надю Круглову? А, ну, конечно. Как не знать? Мы соседи. Это полдома ее, пол наш. Заходите. Спасибо большое. Проходите, пойдемте. Сейчас я вас провожу. Ага. А как мальчики? Они еще в больнице? Да, пока да, но скоро их выпишут. А куда выпишут? В детский дом, что ли? Если родственников не найдут. Да, у Нади родственников нету. Что, совсем никого? Ну, не знаю, ни сестер, ни братьев, это точно. Она так радовалась, что Степа и Юра близнецы, говорила, что повезло, что сразу двое, что не дадут пропасть друг другу. Господи, беда какая. А про мужа она никогда не говорила? Да про кого говорить, если никакого мужа в помине не было? Тут же деревня, здесь вон, все на виду. Она сюда переехала уже беременная. Ну, неужели никто не приезжал, никто не помогал? Сама совсем справлялась. Ну, мы там соседи помогали иногда. У нее такая работа была хорошая. В Москве не каждый день ездить. Да, а где она работала? В издательстве. А вы знаете, у меня, кажется, адрес где-то был записан. Пойдемте, пойдемте посмотрим. Так она своих ребят любила. Так баловала. Себе ничего, все только детям. А вы сказали, она беременная приехала, значит, не местная. А откуда, знаете? Нет, она не рассказывала, я как-то и не расспрашивала. Она мне говорила, что из Сибири, а вот город я не вспомню. На работе надо, значит, искать. Больше некуда. О, вот. Вот здесь, во-во-во. Вот. О, сейчас. Вот. Видите? Адрес ее работы. Отлично. Вот. А есть ручка или карандаш? Да, сейчас, конечно, сейчас. Да. Да, забирайте бумажку. Вот, а спасибо. Я думала, что вы сама с ее работы. А вы откуда? Я из больницы, где мальчики лежат. А они уже знают? Нет. Знаете, мы тут... Мы с соседями, мы хотели денег собрать. Может, вы им передадите? Вы не волнуйтесь. Не переживайте. Пока не надо. Если что, я вам обязательно сообщу. Угу. Вы им, пожалуйста, большой привет от тети Кати передавайте, ладно? Я обязательно передам. Не волнуйтесь. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Смотрите, что я вам принесла. Вот. Вау. Вот такая еще есть. Вот. А ты нашей маме звонила? Я разговаривала с доктором. Ее пока нельзя тревожить. А будет
будем сегодня опять в разбойников играть? Конечно, будем. Как это нельзя тревожить? Ей просто делают уколы, и она спит. Смотри, какие самолетики. Нравится? Ну, пусть ее разбудят. Мы же скучаем. Вер, а у тебя дети есть? Нет. А почему? Ну вот. Нет и нет. Хочешь бананчик? У нашей мамы тоже долго детей не было. А потом бац, и мы с Юрой родились. Первый я, а потом Юра. Будешь? Да, яблочко буду. Хорошо. Почему ты так и думала, что ты выйдешь последней? А мне некуда спешить. Может, зайдем куда-нибудь? Сидим, поговорим. О чем? Есть о чем. Ты же все-таки... Что-то вроде двоюродной жены моего мужа. Как Илюша? Дома, то есть? Хотела его в сад оформлять, но там, в общем, плюнула. Все равно в сентябре уже в школу. Друзья у него есть? Есть какие-то товарищи из соседнего дома. Что за мерзкий кофе, а? Ну почему в Москве везде такой отвратный кофе? Не то, что в Европе. Там почему-то в любой кафешке. Прекрасный, ароматный. Ты пей чай. А что ж ты не спросишь, как у меня сборе? А ты хочешь, чтобы я спросила? А ты изменилась. Не такая простодушная, как раньше. А плохо у меня с Борей. Очень плохо. Я для него не жена, а придаток к любимому сынишке. Со временем все наладится. Угу. Жизнь пройдет, пока все наладится. Честно мне скажи, ты встречаешься с ним? Ты плохо знаешь своего мужа. Ты мне не ответила. Нет, Алены не встречаюсь. Значит, я плохо знаю, а ты хорошо? Да он добрый и честный. Цельный человек. Человек, который не способен на обман. Если он сказал тебе, что простил, значит, он действительно простил. А что ж ты тогда такого золотого мужика так легко отпустил? Извини. Вер, подожди. Не держи на меня зла, просто я... Сама не своя. Но пойми, у нас семья. Не лезь! Исчезни из нашей жизни! Надя, человек была замечательный, отзывчивый, добрый, всегда всех выручала. Она мне рассказывала, что у нее мама рано умерла, когда она была еще ребенком. Надо же, как судьба-то вот зло повторяется. Никогда не рассказывала, кто отец мальчиков? Нет, никогда. А с кем дружила? Ой, Надя замкнутая была. Жила она далеко, за городом. Здесь в редакции у нее не было подружек. Но про своих мальчиков она нам всегда рассказывала, мы все про них знали. Как чувствовала, что ее беда ждет. Почему вы так думаете? Ну, она все время говорила, что хорошо, что в семье двое ребятишек. Подождите, а их же теперь не разлучат там, в детском доме? Я не знаю. Ну, простите, что ничего спасибо. Не могли. Спасибо. Ничего не могли. Извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы о Наде Кругловой сейчас говорили? Вы ее знали? Да, я знал. Вы в этой редакции работаете? Нет, я писатель, автор на исторические темы пишу. И?
Извините. Ой. Извините. До свидания. Всего доброго. Простите. Наверное, сыновья Нади. Возможно, я их отец. Вот, и о нашем романе никто не знал. Вы женаты? Женат. А вообще это... И романом-то назвать нельзя. Надя редактировала мою книгу. А так несколько встреч у меня дома. А потом, когда книга вышла, Надя... Мы всей семьей уехали в Литву. А через полгода я вернулся. И Наде больше не звонил. Но она мне тоже не звонила. А когда узнал, что у нее дети, подсчитал и понял, что... А вы хотите их увидеть? Я не знаю. Мы с женой уже 30 лет живем. У нас внуки, понимаете? Она нездорова, у нее сердце. Я не знаю, как ей сказать. Не надо ничего говорить. Поверьте, я порядочный человек. Если бы я раньше знал, что у меня есть дети, я бы помогал, чем мог. Я не могу сейчас. Я не готов, и лучше им о моем существовании не знать. Ой, боже мой. Они еще не знают, что их мама погибла. Извините меня. Вера, ты можешь оторваться на минуту? Не, не могу сейчас. Вера, а ты что здесь, собираешься всю ночь сидеть, заполнять эти анкеты? Сколько нужно, столько и буду. Ну, мы твои подруги, в конце концов. Ты понимаешь, что вот нельзя взять так вот с бухты-барахты и усыновить двух почти взрослых детей? Ну, кто так делает? Я. Тьфу ты, я. Вера. Вера, ну если ты так хочешь ребеночка, можно же усыновить маленького. Новорожденного. Вер. И потом. Вер, ты... Ты еще не все попробовал. Ты еще можешь родить сама. Знаешь, как сейчас ЭКО сильно продвинулось, Вер? Слушай, ну, ребят, конечно, жалко. Ну, ужасно жалко. Но ты пойми, ну, нельзя брать на себя больше, чем ты сможешь потянуть. Вер, у мальчиков все равно травма на всю жизнь. Вера, ты не сможешь им заменить мать. Вер, ну вот у меня свой оболтусом вырос. Ну это ж свой, а тут чужие. Ты же потом всю жизнь себя виноватой считать будешь. Вер, давай ты будешь приходить к ним. Конечно. Дарить им подарки, разговаривать с ними, поддерживать их во всем. Вера. Девочки, если все сорвется из-за моей зарплаты, я нашего директора собственными руками убью. Она не слушает, понимаешь? Я ему сейчас позвоню. Ну, звони, звони. Николай Павлович, здравствуйте, это Вера Соколова. Звоню вам по поводу моей зарплаты. А я не могу ждать конца года. Вы мне обещали зарплату повысить еще в прошлом году. Нет, Николай Павлович, а да мне плевать на ваши трудности. Вы знаете, какие у меня сейчас трудности? Нет, меня это не устраивает. Меня это не устраивает. Мне нужно... Нет, мне нужна официальная белая зарплата со всей документацией, с печатями. А я иначе увольняюсь. Что? Я иначе увольняюсь! Да, я поняла. Да, хорошо, спасибо. До свидания. Вер. Что, Вер? Девочки, он согласился! Если комиссия даст мне подтверждение, то я буду самой счастливой женщиной на свете.
Куртки тоже две? Да. Размер одинаковый? На мальчиков 7 лет. Мальчики разные бывают. Примерно вот такие. Вот такие. А какой размер обуви вам? На мальчиков 7 лет. Да. Там есть еще больше. Отлично. Отлично. Спасибо. И чек не забудьте, когда менять придете. А я не приду. Всего доброго. Тетя Вера! Илюшка, привет! 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 Пап, иди сюда! Я с тетей Верой познакомлю. Это Вера. Помнишь, я тебе рассказывала, как я ее в лодке укачала? Ну что ж ты, приглашай свою знакомую вместе с ними мороженое покушать. Приглашаю. Спасибо. Только не могу, занята очень. Тогда приходите к нам в гости сегодня. Спасибо, Илюша, огромное. Много очень работы разной. А ты маме привет передавай, хорошо? Хорошо. Все. Илюшка, держи самокат, ты дуй на кассу. Пока. Пока, Илюш. Дую. Вер, прости, я очень виноват. Никто ни в чем не виноват. Я рада тебе. И я часто вспоминаю, как... В общем... передавай Алене привет. Подожди, ну, не проходит и час, чтобы я тебя не думал. Ну, что мне с этим делать? Завтра снимут гипс, а мне сделают снимок и только потом же снимут гипс. Почему мама умерла? Ее плохо лечили. Вера сказала, она ударилась головой, а мы руки и ноги сломали. Со сломанной головой жить нельзя. Вы должны сами сказать детям, что оформляете бумаги по их усыновлению. Да, Вера, пора. Надо, чтобы у ребят было время обсудить это наедине. Привыкнуть к этой мысли. Ну, нельзя же их, как котят, перевозить из одного дома в другой. Ну, а как мне это сказать? И это вы должны продумать сами. Скажите, что полюбили их. А если они мне не поверят? Дети очень чуткие существа. Они прекрасно знают, когда их любят. Юрка все время плачет. Пусть плачет. Не мешайте ему. Но сказать все равно надо. И чем быстрее, тем лучше. Да, мы уже можем выписывать их, ждем только документы. Привет. А смотрите, что я вам принесла. Забери его, он нам не нужен. Не понравился? Ну ладно. Я тогда отнесу в соседнюю палату. Девочкам они в этом ничего не понимают. Что, совсем ничего? Ничего. Да. Идите ко мне поближе, хочу с вами посоветоваться. Я хочу выпить за вас, Вера, за вашу победу. Я очень счастлив, что смог вам хоть немножко помочь. Ура! Ничего себе немножко. Без вас, без вашего адвоката у меня бы точно ничего не вышло. Да? Да помилуйте, Вера. Против вашего желания победить любые бюрократы бессильны. Ой, а знаете что? Я приготовила для вас плов. Сейчас. Правда? Сгорел! Совсем? Чистую до углей. Ничего, Вера, не расстраивайтесь. Я совершенно не голоден. Ну, знаете, у меня еще есть для вас торт. Правда? Оп! Ой! Торта нет.
Вера, вы меня простите, но мне кажется, вы льстите этой лепешке, называя ее тортом. За торты ей еще расти и расти. Да хорошо, что комиссия не видела ни торт, ни лепешку. Но знаете, давайте выпьем за то. Давайте. Бокал. За то, что даже у самой бездарной хозяйки есть шанс научиться. Нет, 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 я хочу выпить за талантливую хозяйку и за начало ее новой жизни. Ура! Ура! А можно я вам покажу ремонт в комнате в детской? Ну, конечно. Отрава. Ух ты, разлегся на месте мальчишек. Вот тут солнечное стекло. Ой, что-то мне все это напоминает праздничный пирог. Я, кажется, совсем разучилась. Я просто, знаете, мне кажется, я очень нервничаю, ужасно. Да, вы не волнуйтесь, Вера, я пришлю вам двух замечательных мастеров, и они за полчаса все исправят. Владимир Сергеевич. Да, Вера. Скажите, пожалуйста, а есть ли такой гипноз, который позволяет человеку не думать о другом человеке? Нет, Вера, такого гипноза не существует. Нельзя заставить человека любить, нельзя заставить человека разлюбить. И время, оно, конечно, лечит, но не всех и не всегда. Да вы не расстраивайтесь, Вера, ведь совсем скоро у вас времени для тоски не останется. Да, вы простите меня, пожалуйста, извините. Да ну что вы. Быстрее, а то опоздаем на автобус. И быстро куда выбираем. Она денет столько цветов, это учительница. Продаст. Ну что? Я выбрал вон те в горшке. В горшке нельзя. Ну почему? Ладно, бог с ним, пусть будут в горшке, ты что хочешь? Я хочу вон ту лейку. Почему же лейку-то, а? Пусть она Юркины цветы поливает. Пусть им давай на лейку. Сколько с нас за цветок лейку? Побежали. Ой, прости. Быстренько. Ничего. На автобус опаздываем, мальчишки. Ну вот! Ушел автобус. Я кому говорила не ковыряться? Ну что ж теперь делать-то, а? 1 сентября мы опаздываем. Первый же день. Почему у меня цветы, а у Степы лейка? Здравствуй, Боря. Здравствуй, Вера. Это вот мои мальчики. Юра и Степа. А я все про тебя знаю. Ну что, господа, в какой школе собираемся блистать знаниями? 163-й. Какое совпадение, мы тоже. Ну что, у нас мало времени? Очень мало, мы ужасно опаздываем. Ну что, запрыгиваем? Да, спасибо. Так, снимаем рюкзачки. Привет, Вера! Аккуратненько. Привет, привет! Привет! Илюша! Сам придумал? Или она велела? Сам придумал. О, круто, я тоже хотела не цветы, а крокодила. Пап сказал, не надо с первого дня с училкой отношения портить. А ты все хорошо. На какой парте будешь сидеть? Все. Я на первой. Я с тобой на первой парте. А Алена, почему не с вами? Работает занята? Я с братом буду сидеть. Возможно. Ее давно с нами нет. Давай. А где она? Убежала за своей очередной любовью в Австралию. А это очень далеко. Мне кажется, они поладят. Уйди. Сам иди, мой папа. Сам иди, мой папа. Мой папа. Сам иди. Они друг друга. Но это наш папа. Логично. Очень это очень правильно.